году наша девочка Балмуды Царицына заняла первое место. Да, она была Красная Королева. И сейчас в этом году тоже мы были на вашем конкурсе и заняли наше тоже первое место на Балмуды Царицына, где была индивидуальная модель. Вот. Поэтому очень благодарна вам, что смотрите в этих конкурсе, дайте возможность детям участвовать, развиваться, творить.